Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. И сегодня я продолжаю мониторить буксы без вложений, где мы зарабатываем на просмотре серфинга. И у меня три сайта без вложений. Первый — серфи. Это свеженький сайт. Я только здесь начала работать и хочу его проверить на вывод. Это будет мой первый вывод. Второй сайт у меня — Серпантин и BTC Books. Давайте поставим, вот начнем с первого сайта. Да? Значит, нажимаем «Выплатить». В настройках не забываем прописывать платежные реквизиты. У меня на балансе 4 рубля с копейками. Нажимаем «Выплатить». Так, номер счета. А у меня, давайте-ка зайдем в настройки, друзья. Посмотрим. Да, пэйр привязан. Угу. Английский. Так, «Выплатить». Номер счета. Вот мой номер. Сумма. Минимум 1 рубль. Так. И у меня 4.71. Ставлю 4. Точка. Ой. Точка. 70. Секундочку. Так. Нажимаем «Вывести». Сообщение. Успех. Вы успешно выплатили средства. Вот здесь вот поставите на паузу, кто не успел. В правом нижнем углу появилась такая вот вкладочка. Идем на Pair кошелек. Я обновляю страничку. Так, нажимаем. 21 февраля 2020 года. Перевод выполнен. 4.70. Выплата SurfD. Ой, да, Surf сайт. Так. Далее, следующий букс у меня — BTC Books, друзья. Сегодня я поставила на вывод. Вот кроме этих двух, вот этот идет один на модерацию. Я вставила на Pair. Вывод сегодня у меня был 6737 биткоин-сатошиков. Это в рублях 41 рубль 74 копейки. Выплачено. Так, идем на кошелек. Вот мои денежки. Pair у нас берет комиссию. 21 февраля 2020 год. Перевод выполнен. 41.30. Выплата пользователю Елена с проекта BTC Books. Все замечательно. Books платит. И серпантин. 44 рубля у меня на балансе. Здесь у нас появился бонус раз в 10 минут, по-моему, можно получать. И давайте закажем здесь уже тоже вывод. Так, выбираем Pair. Введите сумму 44.70. Нажимаю «Вывести». И вот выплата успешна. Переходим на кошелек. Закрываю, обновляю. 44.27. 21 февраля 2020 год. Перевод выполнен. 44.27. Серпантин. Все замечательно. Все три букса платят. Вот. Эти два инстантом, а этот идет сначала на модерацию. Ну, работаем. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.